Привет! Привет, мы на канале Игротека. Сегодня мы открываем Тобота Икса Эволюцию. Сегодня мы откроем, да, нового Тобота Икс Эволюция. Сравним, каким он был до эволюции, и посмотрим, каким он стал. Да. В форме робота и в форме машины. Правильно? Правильно. Так, открываем. Да. Так, так. Помочь тебе? Вот. У тебя твой попал тоже. Смотри. Тут есть наклейки. Держи. Вот он сам. Большой, огромный. Если сравнить с тем, каким он был до эволюции, сильно отличается. Цвет маленько отличается, форма машины отличается. Ну, давай мы его достанем, посмотрим, что там и как. Тут еще одни наклейки, смотри. Вот. Айти, дай посмотрю. Все, сейчас мы его достанем, отмотаем всего, приклеим наклейки и будем трансформировать. Верно? Давай! Давай. Достали мы нашего нового Тобота. Смотри, какой он. Вау! Огромный. Но они сильно отличаются, да? Да. Чем отличаются? Что здесь тебя победились вот такого маленького вот эти, а большого другие. Да, блестящие диски. А еще что? Машина еще круче это. Но машина пока мы еще не собрали, не знаем. Еще чем отличается? Что у них кабина теперь одна с люком, вторая без люка. А где ты люк тут увидел? А, у этого люк есть? Да. А-а-а. Ну, я не знаю, у этого может быть тоже, а может нет. Так, еще у него что есть? Фары. И вообще, весь передний бампер сильно отличается. Да. То есть, здесь были прозрачные фары, здесь прозрачные, здесь синенькие, да? Ну, и форма вообще вся другая. Давай трансформировать. Давай мы его, да, сейчас трансформируем. И наклеим наклейки, потому что наклейки придется склеить на машину. Давай! Давай трансформировать. Кто вперед, ты того будешь? Да. Хорошо, приступаем. Трансформация. Так. Не знаю, как получится все. Не пробовал. Ой. Только инструкцию смотрел. Голова. Оп, сюда. Ноги загнули. Ты уже машину собрал там, я смотрю. Угу. Я тут еще пока только разбираюсь. А, вот. Кабина. Ты все? Да. Ну ты даешь быстро. Ну этот, смотри как. Ого. Смотри, какой. Вот такого давай оставим. Нет. Нет? Ну ладно. Так. А другая машина. Так. Ну, в принципе. У меня да. Тоже, наверное. Все? Крутая. Готово. Крутая. Супер машина. Смотри, вот сейчас... Вообще заметно, как отличается, да? То есть, ну понятно, размер, форма сильно поменялась. Да. Даже цвет маленько поменялся. Да. Приклеим наклейки? Давай! Давай. С наклейками он вообще красивый. Да, приклеили наклейки, какие смогли. Получается, здесь номер, здесь на капот наклейка, на крышу, на двери, задний номер. Вот, смотри, еще у него буксир есть. Вот это не заметили, да? Да. У этого не было. И у этого ключик вообще в другом месте расположен. То есть они отличаются очень сильно друг от друга. Трансформируемся в тоботов? Да. Нужен ключ обязательно. Ключи разные. Смотри, чтобы его трансформировать, нужно вставить и повернуть. Хопа! Трансформируемся. Побыстрее. Ну, попробуем.
Ты-то уже знаешь, как того трансформировать, а я-то... Я-то нет. Так. Во. Так. Так. Нет. Руки. Руки. Я обгоню тебя. Ну, конечно. Я вообще не понимаю пока еще. Голову надо, голову, чтобы появилась голова. Опа. Вот она. Так. Ты уже готов? Да. А я нет. Так. Оп, ноги. Смотри, какие у него ноги. О-о-о. Они очень устойчивые. То есть он и сзади, и спереди. Так. Еще не все. Так, все. Вот теперь все. Руки вперед. Готов. Все, я трансформировался. Ну, ты, я смотрю, тоже давно уже. Привет. Ну что, эволюция прошла успешно? Да. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока! Пока! Тобот тоже сказал пока. А твой? Пока!